Всем привет, друзья! Сегодня вечер пятницы, сегодня 20 ноября, и я сегодня на работе в Титане. Сегодня не успел я снять отчет, как я это делаю обычно, то есть я не буду анализировать то, что я делал в предыдущие дни, когда я не анализировал свой таймшит. То есть я только скажу о том, что я сделал сегодня. Сегодня я сходил на английский и целый день спал. Поэтому особо и нечего рассказать. Поэтому, друзья, следите за моими обновлениями. Завтра будет новый отчет, в котором я компенсирую то, что я сегодня не сделал. И расскажу много интересного. Поэтому, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. Пока.